Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия, почтения! С многими из вас мы уже многие годы вместе, а кто-то подключается вот прямо сейчас, еще не понимая, куда он попал, что происходит, еще с опаской и не с таким доверием, как у вас, воспринимает эту новую информацию. Но вот сегодня я предлагаю такую тему, которая уже настолько назрела, настолько на поверхности, и настолько все сейчас упрощено, ясно, проявлено, и внимательный человек уже видит все эти изменения. И поскольку времени как такового уже раскачиваться нет, и процессы идут намного мощнее, намного быстрее, то вот эта тема и вот эта практика, она как раз всех объединит, и думаю, что закончатся все споры окончательно. Слейтесь с Матушкой Землей. Родные мои и любимые, из самого сердца планеты я говорю сейчас с вами. Я леди Гая Малдена. Дети мои любимые, я прошу вас, сливайтесь со мной, сливайтесь с моим потоком безграничной любви. Я помогу вам. Я прошу вас, сливайтесь со мной, сливайтесь с моим потоком безграничной любви. Я помогу вам. Я очищу вас от любой низкой энергии. Я исцелю вас. Я наполню вас жизненной силой. Путь в новый мир, мир пятого измерения Земли, это путь единства и путь любви. Я покажу вам этот путь, чтобы вы смогли слиться со всем живым на этой планете, со всем, что есть на Земле и за ее пределами. От этого вы перестанете делить всех на своих и чужих. Сотрется невидимая грань трехмерного мира, и вы вольетесь в безграничный небесный поток любви. Вы сольетесь со всем, что есть на земле. И со мной, Матушкой Землей, наше слияние будет крепнуть день ото дня. Мы станем помогать друг другу. Я вас буду выводить на новый уровень пятого измерения, а вы станете для меня энергетическими посланниками небес. Будете якорить энергию своего небесного Отца во мне, Матушке Земле. Именно тогда мы сольемся в едином потоке любви Отец, Дитя и Мать. Путь вашего преображения станет намного легче, намного гармоничнее и спокойнее. У многих из вас сейчас потеряна связь со мной, с каждой клеточкой меня, с каждым моим дитя. Но это не беда, вы сможете вернуть потерянную связь. Новые небесные энергии приведут вас ко мне, так как именно я могу облегчить ваше энергетическое состояние, забрать из вас излишки этой высокой энергии и помочь принять тот живительный поток, что трансмутирует вас изнутри. Я всему научу. Я все покажу. Откройте свои глаза, любимые мои. Обратитесь ко мне, я ваша Матушка-Земля, в лоне моей любви. Вы будете чувствовать себя единым и любящим существом. Вы перестанете страдать и станете любить. Слейтесь со мной в потоке безграничной любви. Наполнитесь моим светом, моей энергией Земли. Она поможет вам преодолеть и справиться с вашей трансмутацией,
Она выведет вас на новый уровень преображения. Она поможет вам стать собой. Практика «Слиться с Матушкой Землей». Дорогие мои, коснитесь меня, дотроньтесь до меня, почувствуйте меня, пусть моя энергия вливается через ваши руки и ноги и распространяется по всему вашему телу, во все ваше существо, заполняя вас целиком и полностью. Ощутите эту энергию внутри себя и попросите преобразить вас, очистить от любой низкой энергии, забрать все ваши болезни, наполнить вас жизненной силой, соединить вас с единым потоком безграничной любви, чтобы вы смогли почувствовать себя частичкой всего, слиться со всем, что есть на земле. Вы часть всего. Вы часть всего, что здесь есть. Вы частичка земли. Вы любимое дитя. Не забывайте меня, родные мои, каждый день сливайтесь со мной в потоке своей любви. Каждый день наполняйтесь мной. Каждый день просите меня очистить вас и помочь слиться с новыми вибрациями Земли. Пятого измерения Земли. Я всегда вам помогу, родные мои. Мы единое целое, дорогие мои, и жить на новой Земле мы сможем лишь в таком состоянии, в состоянии целостности и безграничной любви. Люблю вас всех безмерно и дорожу каждым из вас. Ваша Матушка Земля, леди Гая Малтена, приняла Магда. Слейтесь с Матушкой Землей. Слова Архиереи Веры. Пусть никакие преграды не собьют вас с верного пути. Всегда крепко стойте на своих ногах. Будьте осознанными наблюдателями своей жизни, чтобы иллюзия не смогла затянуть вас снова в рабство трехмерного мира. Слейтесь с Матушкой Землей, каждодневная практика.